дорогие рукодельницы! Я рада приветствовать вас на канале «Вяжем красиво». И сегодня я предлагаю вашему вниманию связать еще один палантин вместе со мной. Для этого нам с вами понадобится пряжа. Я остановилась на пряже «Шалунья Лайт» фирмы «Камтекс». Состав пряжи: 55% шерсти, 45% акрила. 100-граммовый моточек вмещает в себя примерно 600 метров пряжи. Также нам понадобятся спицы. Я взяла спицы размера 2,75. И также дополнительная спица для перекрещивания косичек. Вязать с вами мы будем вот по этой схеме. Раппорт составляет 19 петелек. Я хочу, чтобы в нашем палантине он повторялся 6 раз. Для этого 19 мы умножаем на 6 и прибавляем еще 2 кромочных петли. Итого нам надо с вами набрать 116 петель. Немножечко пояснений по схеме. В высоту наш рисунок будет повторяться каждые 10 рядов. Условное обозначение. Вот эти черточки горизонтальные у нас изнаночные петельки, вертикальные палочки у нас лицевые петли, кружки у нас накиды, вот такие три палочки, это наклоны, три петли вместе с наклоном вправо-влево, и косички также с наклоном вправо-влево. Значит, на схеме представлены только лицевые ряды. Изнанку мы будем с вами вязать по рисунку накида провязывать изнаночными петлями. Итак, приступаем к работе. Мы с вами посчитали, что нам нужно набрать 116 петель. Для этого самым обычным способом набираем петли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, пока не будет 116. Итак, мы набрали с вами 116 петелек. Если вы хотите, чтобы палантин ваш был шире, значит, вы добавляете по 19 петелек с одной стороны, 19 и с другой. И тогда у вас дорожек будет не 6, а 8. Итак, у нас на спицах 116 петель. Переходим к вязанию первого ряда. У нас должно получиться с вами, как я уже сказала, 6 дорожек. Значит, первая петелька будет кромочная, а дальше мы 3 раза повторяем раппорт из 19 петелек. Итак, приступаем. Первая кромочная, 2 изнанки. 1, 2. После этого 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И последняя в раппорте 1 изнаночная. После этого раппорт продолжаем. Повторяем. Опять 2 изнаночных, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 изнаночная. 2 раза раппорт повторили. Нам нужно повторить 3 раза. Повторяем еще раз. 2 изнаночных, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 и 1 изнаночная. Три раза повторили раппорт. Теперь вторую часть схемы повторять будем. Раппорт тоже три раза. Итак, изнаночная, 16 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И в конце по схеме 2 изнаночных. Еще раз повторяем этот раппорт. Изнанка, 16 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 изнаночных в конце. И еще один раз раппорт повторяем. 1 изнаночная, 16 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В конце 2 изнаночных, раппорт закончен. И последняя петелька изнаночная, кромочная. Первый ряд наш готов. Второго ряда изнаночного в схеме нет. Мы просто его вяжем по рисунку. Первую петельку снимаем. Те петли, которые были лицевыми, стали изнаночными. А те, которые были изнаночные, стали лицевыми. Провязываем ряд так, как смотрят петли. Заканчиваем изнаночный ряд. Последнюю петельку провязываем изнанкой. Переходим к третьему ряду. Третий ряд. Первая у нас кромочная мы снимаем. Далее провязываем 2 изнаночных. 1, 2. После этого читаем схему, смотрим. Нам нужно с вами провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее в схеме идет вот такая стрелочка. Это обозначает 3 вместе с наклоном вправо лицевой. Берем 3 петельки, вот так немножечко их оттянули. Завели правую спицу с левой стороны и провязали все вместе лицевой. И у нас получился наклон вправо. После этого идет накид, лицевая, накид. Вот смотрите по схеме. Накид, лицевая, накид. А дальше 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 изнаночных. Первый раппорт провязали. Повторяем еще раз. Так, оттянули. Угу. Накид, лицевая, накид. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 изнаночная. Мы с вами закончили. Правильно? 3 раза мы повторили раппорт. Вот эту часть схемы. Теперь переходим к левой части схемы. Провязываем 1 изнаночная. Теперь у нас пойдет как бы симметрично. Смотрите, будем провязывать 6 лицевых. Накид, лицо, накид. 3 вместе с наклоном влево. 6 лицевых, 2 изнаночных. Будем повторять 3 раза. Итак, изнаночную провязали. Первую 6 лицевых. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Накид, лицевая, накид.
Теперь нам надо 3 вместе с наклоном влево. Первую петельку сняли, 2 вместе провязали лицевой и через нее протянули снятую петельку и затянули. У нас теперь наклон получился влево. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночных. Повторяем раппорт еще раз. Изнаночная. 6 лицевых. 1 накид, лицевая, накид, первую петельку сняли, 2 вместе лицевой, через них протянули снятую петельку, получилось 3 вместе с наклоном влево. 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных. Второй раппорт повторили, и повторяем еще раз. Этот же самый раппорт. Изнаночная, 6 лицевых, накид, лицевая, накид, 1 сняли, 2 вместе провязали лицевой, перекинули через них снятую петельку и 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночных и последняя изнаночная кромочная. Третий ряд провязали. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Не забываем накиды провязывать изнаночной петлей. И последняя петля каждого изнаночного ряда тоже будет изнаночной. Работаем до конца ряда. Этот же самый раппорт. Изнаночная, 6 лицевых. Накид, лицевая, накид, 1 сняли, 2 вместе провязали лицевой, перекинули через них снятую петельку и 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных и последняя изнаночная кромочная. Третий ряд провязали. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Не забываем накиды провязывать изнаночной петлей. И последняя петля каждого изнаночного ряда тоже будет изнаночной. Работаем до конца ряда. Переходим к пятому ряду. Первая петля кромочная, 2 изнаночных. Смотрим дальше. Теперь по рисунку. Вот мы провязали 2 изнаночных. Дальше у нас с вами пойдет 4 лицевых. 3 вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид. И 7 лицевых. И в конце 1 изнаночная. Повторяем 3 раза. Итак, 2 изнаночных. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 3 вместе с наклоном вправо. Оттянули, провязали. Так, лицевая, накид, лицевая, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 изнаночная. Первый раппорт готов. Повторяем еще раз. 2 изнаночных, 4 лицевых, 3 вместе с наклоном вправо, секундочку. Лицевая, накид, лицевая, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 изнаночная. Второй раппорт тоже готов. Третий раппорт, 2 изнанки, 4 лицевых, 3 вместе с наклоном вправо,
лицевая, накид, лицо, накид, 7 лицевых. И одна изнаночная. Вот мы с вами провязали 3 раза раппорт. Теперь переходим ко второй части 5 ряда. Мы провяжем с вами 7 лицевых, накид, лицо, накид, лицо, 3 вместе с наклоном влево, 4 лицевых, 2 изнаночных. Этот кусочек нам нужно с вами повторить 3 раза. Итак, приступаем. Изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая, накид, лицевая. 3 вместе с наклоном влево, первую сняли, 2 вместе лицом провязали и снятую петельку перекинули через провязанные. 4 лицевых. И в конце 2 изнанки. Повторяем еще раз. Изнанка, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, лицевая, накид, лицевая. Первую сняли, 2 вместе лицом перекинули через провязанную. Получилось у нас 3 вместе с наклоном влево. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных. И повторяем этот же самый раппорт еще один раз. Изнанка. 7 лицевых. Накид, лицевая. Накид, лицевая. 3 вместе с наклоном влево. 4 лицевых. 2 изнаночных. И последняя изнаночная кромочная. 6-й ряд у нас с вами изнаночный. Вяжем по рисунку. Переходим к 7-му ряду. Давайте посмотрим его на схеме. Итак, 3 раза нам надо повторить раппорт вот в такой последовательности. 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицо, накид, 2 лицевых. А дальше у нас идет вот такое обозначение. Это 6 петелек перекрестить налево. Как это сделать? Я вам покажу, кто не знает, но для этого нам понадобится с вами дополнительная спица. Итак, приступаем. Первую петельку кромочную сняли, провязали 2 изнаночных. Раз, два. После этого 2 лицевых. Раз, два. 3 вместе с наклоном вправо. 2 лицевых. 1, 2, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. А вот теперь работаем с 6 петельками. Нам надо, чтобы это было перекрещено налево. Значит, мы 3 петельки снимаем на дополнительную спицу, оставляем их перед работой. Следующие 3 петли провязываем лицевой. 1, 2, 3. После этого провязываем также лицевыми петли со снятой спицы. И у нас с вами получился перекрест налево. И последняя петля в раппорте изнаночная. Вот, первый раппорт провязали. Еще раз провязываем его же. 2 изнаночных, повторяем. 2 лицевых. 3 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, раз, два. Опять
Работаем с 6 петельками, перекрещиваем. 3 сняли перед работой, оставили. 3 лицевых. 1, 2, 3. И провязываем лицевыми петли с дополнительной спицы. 1, 2, 3. И изнаночная. Еще раз этот же самый раппорт. 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. И опять перекрещиваем, с наклоном вправо. Влево, извините. 3 сняли, 3 лицевых, 3 с дополнительной спицы. 1, 2, 3. Так, и изнаночная. Теперь этот раппорт мы повторяем с вами зеркально. Теперь нам нужно, чтобы перекрещивание было вправо, направо. Итак, первая изнаночная. А дальше смотрите, что мы делаем. 3 петельки мы также снимаем, только оставляем их за работой. И таким образом у нас косичка поменяет направление. 3 лицевых. 1, 2, 3. С дополнительной спицы тоже 3 лицевых. После этого 2 лицевых. 1, 2. Накид. Лицевая. Накид. 2 лицевых. 3 вместе с наклоном влево. Так же, как мы с вами вязали. 2 лицевых. И заканчиваем ряд 2 изнаночными. Еще раз повторяем раппорт. Изнанка. 3 петельки переносим на дополнительную за работу. Три лицевых. 1, 2, 3. 3 лицевых с дополнительной спицы. 2 лицевых. 1, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. Три вместе с наклоном влево. Две лицевых. Две изнаночных. И повторяем этот же самый раппорт еще раз. Изнанка. Три петельки на дополнительную спицу за работу. 3 лицевых. 3 лицевых с дополнительной спицы. 2 лицевых. Накид, лицевая, накид, 2 лицевых. 3 вместе с наклоном влево. С протяжку делаем. 2 лицевых, 2 изнаночных и кромочная изнаночная. 7 ряд у нас с вами готов. 8 ряд провязываем так, как смотрят петли по рисунку. Переходим к 9 ряду нашего рисунка. Первая петелька кромочная, 2 изнаночных. 3 вместе с наклоном вправо,
3 лицевых, 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид и 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Изнаночная. Повторяем еще раз. 2 изнаночных, 3 вместе с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 9 лицевых. Изнаночная. Повторяем еще раз. Изнаночная. 3 вместе с наклоном вправо. И лицевых. 1, 2, 3. Накид. Лицевая. Накид. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Изнаночная. Теперь повторяем этот же рисунок в зеркальном отображении. Левую часть провязываем. Изнанка. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Лицевая. Накид. 3 лицевых. 3 вместе с наклоном влево. 2 изнанки. Повторяем еще раз. Изнанка. 9 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Лицевая. Накид. 3 лицевых. 3 вместе с наклоном влево. 2 изнанки. И последний раппорт. Изнанка. 9 лицевых. 1. Накид. Лицевая. Накид. 3 лицевых. 3 вместе с наклоном влево. 2 изнаночных. И последняя кромочная. 10 ряд изнаночный вяжем по рисунку. Итак, мы с вами провязали 10 рядов в высоту. Если вы их будете каждый раз повторять, у вас получится очень красивый рисунок для палантина. Повторять этот узор нужно такое количество раз, на какой длины их палантин вы хотите, чтобы у вас получился. Итак, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал «Вяжем красиво». До новых встреч! Пока-пока!